4 449 тысяч. Столько машин зарегистрировали в Казахстане. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го количество выросло на 3,7 раза. Согласно данным Бюро нацстатистики, больше половины составляют автомобили, которым более 20 лет. Меньше всего это 8% машины, которые выпустили 3 года назад. В собственности индивидуальных владельцев находятся свыше 3 миллионов 600 тысяч единиц легковушек. В разрезе регионов наибольшая доля приходит на Алматинскую, Восточно-Казахстанскую области и Алматы. Что касается страховых выплат, то с начала года их осуществили 92 тысячи раз на сумму 50 миллиардов тенге. По сравнению с показателями 2021 года сумма страховых выплат увеличилась на 29,5%.